23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Международного информационного агентства России сегодня Дмитрия Киселева. Генеральный директор Международного информационного агентства России сегодня Дмитрий Киселев выразил главе государства признательность за созданные в нашей стране условия для деятельности руководимой им структуры. Довел до внимания, что подаваемый посредством этого агентства различная информация об Азербайджане представляет особый интерес для российского читателя. Он также высоко оценил условия, созданные для действующих в Азербайджане русскоязычных информационных средств и учебных заведений. Глава государства подчеркнул, что последние годы в нашей стране успешно осуществляются различные государственные программы, связанные с развитием образования, культуры и средств массовой информации. На встрече состоялся обмен мнений по различным аспектам существующего между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией сотрудничества в сфере печати и информации. Была подчеркнута необходимость расширения и интенсификации связи в этой области.